Конечно, мы должны дышать постоянно. В отличие от приема пищи, который мы можем, собственно, днями и месяцами даже не есть в определенной ситуации, здесь, конечно же, это дело не пройдет, потому что мы просто умрем от кислородного голодания. Мы делаем это рефлекторно, то есть вдох-выдох, соответственно, эту пару действий, не задумываясь, независимо от того, чем мы занимаемся, так сказать, чем заняты, это происходит на автомате, рефлекторно. Дыхание – это, конечно, основа жизни. Это не только кислород и прочие газы, да, которые растворены в воздухе, а, безусловно, кислород для нас является основным для процессов жизнедеятельности, окисления, да, понятно. Но и это энергия. Мы еще получаем свободные ионы из воздуха напрямую, мы получаем их, собственно, с дыханием в том числе. Не забывайте к тому же, что в воздухе еще другие газы. В процессе пищеварения они тоже играют роль. Если у нас чистый кишечник, если мы адекватно питаемся, то у нас открываются иные возможности. Конечно, дыхание – это основа основ, это основа жизни, все понятно. Потому что еще ведь процесс дыхания – это не просто вдох-выдох, это окисление в тканях, клетках, это, так сказать, окисление органических веществ, это высвобождение углекислого газа и других, и выдыхание их. Причем дыхательная система, она же является еще выделительной системой. Кстати, на рентгене при вдохе легкие выглядят светлее. Знаете почему? Чем при выдохе? Потому что именно из-за наличия кислорода. Это огромная мощная энергия. Ну, бывает, понятно, дыхание внешнее и клеточное. Клеточное идет именно в каждой клетке, в каждой ткани нашего организма. Внешнее – это то, что мы видим по себе, вдыхаем, выдыхаем. Давайте посмотрим состав воздуха. Это тоже важно знать, и не все помнят, к сожалению. Вот основные газы, которые растворены в воздухе. И вот на первом месте не кислород, а азот. Посмотрите, причем в почти 4 раза больше, чем кислорода. Кстати, не всегда на нашей планете было такое, как сейчас, около 21% от общего количества газов содержания кислорода, а было меньше. На этом основаны принципы некоторых теорий типа Бутейка, который утверждал, что вот его теория о поверхностном дыхании, что углекислого газа было больше, что нам очень важен углекислый газ, гуще кровеносная сеть тогда растет, окислительный процесс медленнее, человек дольше живет при этом. Там есть определенные заблуждения в этой теории. Есть кое-что, что можно вполне взять для определенных упражнений, для определенных целей. И давайте с вами пройдемся теперь по, собственно, отделам дыхательной системы. Итак, дыхательная система состоит из чего? Она состоит из воздухоносных путей. Это полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и дыхательной части непосредственно. Это легких. Да, скажу лишь, что, конечно, дышать нужно носом. Да все вы это, конечно, слышали. Но, однако, тем не менее, давайте посмотрим, что такое носовая полость. Ну, во-первых, это наружные ноздри. Они ведут воздух в носовую полость. Она разделена костно-хрящевой перегородкой на две как бы половины. И она устлана, конечно, слизистой оболочкой. Причем у взрослого человека до 1,5 литра слизи может образовываться, да? Она имеет, кстати, бактерицидные свойства. Она имеет еще одни очень важные свойства полость носа – увлажнение воздуха. Вот эта слизь играет в этом роль. В слизистой очень много кровеносных сосудов, ну, поэтому все знают, как, поранив нос, поковырявшись в носу, так сказать, у кого слабые сосуды, вообще может быть сильное кровотечение, да, они очень богаты кровеносными сосудами. А почему? Причин несколько. Но одна из них согревает воздух. Поэтому этот воздух дальше-то направляется по дыхательным путям к легким, и очень важно его согреть. И вот поэтому надо дышать носом в том числе. Функции носовой полости какие? Во-первых, дыхательные, потому что воздух проходит. Очистительные, да, там есть и ворсинки, которые, так сказать, и от крупных частиц, конечно, задерживают, да, их. Значит, это согревающие, безусловно, за счет богатой кровеносной сети. Защитная, слизь защитная, да, увлажняющая. И обонятельная, потому что находятся рецепторы определенные. Еще резонаторная такая функция интересная. Теперь насчет рецепторов два слова. Безусловно, именно поэтому мы чихаем. Это защитная реакция. Носовая полость ведь соединена с полостями костей черепа, гайморовой, лобной, клиновидной. Эти полости, если они чистые, если они гноем не забитые, происходит дополнительное согревание. И обонятельные функции тогда не теряются, если чистые гайморовые и прочие пазухи. Но они же являются резонаторами при голосообразовании. Поэтому очень часто голос меняется, когда нос что заложен. Так вот, из носовой полости воздух через внутренние ноздри поступает в носоглотку, оттуда в гортань. В двух словах расскажу о ней. Гортань состоит из хрящевой ткани. Она выслана слизистой и снабжена рецепторами. Они, кстати, и вызывают рефлекторный кашель. Ну, так же, как рецепторам устлана слизистая носа, естественно, носовой полости. Вход
в гортань закрывается надгортанным хрящом. У хрящей защитная функция. Это особенно вот щитовидный хрящ. Он защищает гортань спереди, вы знаете, вот этот кадык, так сказать, да? Ну и другие хрящи. Между хрящами натянуты голосовые связки. А между связками находятся голосовые щели и функции гортани. Проведение, во-первых, воздуха в трахею, да? И далее. Участие в голосообразовании, тут уже, как говорится, понятно. И препятствие попадания чего-либо в трахею. Защитная. Голос возникает при неполном смыкании голосовой щели, и воздух, проходя через голосовую щель, колеблет голосовые связки. И чем короче голосовые связки, тем короче звук. Вот у мужчин связки, они длиннее, чем у женщин. И вот в этом разница в голосе, в тембре. И, соответственно, у певцов тоже разделяются, вы знаете, как голоса, поэтому и женские, и мужские — это природа. Окончательное формирование звуков происходит в ротовой полости, и в этом участвует, как я уже сказал, носовая полость, а также это еще положение щек, губ и нижних челюстей. Понятно, что гортань переходит в трахею, да? А вот этот вот щитовидный хрящ при глотании, он закрывает гортань, и защита от пищи и воды попадания, значит, соответственно, идет у нас. Такая защитная функция. Кстати, у маленьких детей нет полностью сформированного механизма. Они могут поэтому так легко подавиться. Поэтому аккуратно. Поэтому детей приучают, когда я ем, я глухонем. И взрослый может, а ребенок тем более. Во время глотания мы не дышим. Это происходит рефлекторно. Дело в том, что надгортанный хрящ перекрывает вход в трахею. Поэтому воздух не поступает в трахею из носовой полости в этот момент. Говорят, как люди, пища пошла не в то горло. Пища, правильно, в трахею. Попало, а не в пищевод. И это проблема. И тут человек кашляет рефлекторно, пытается это выдохнуть все. Поэтому действительно, когда я ем, я глухо не ем, совершенно правильно. Это правило железное должно быть. Итак, гортань, она всегда открыта. Она состоит из хрящей, да? А трахея мягкая, по крайней мере, задняя стенка трахеи, которая примыкает к пищеводу. Для чего? А чтобы не препятствовать расширению пищевода при прохождении через него пищи, понимаете? Гортань, она имеет хрящевые полукольца. Внизу трахея делится на два бронха уже. Вы видите, вот посмотрите, это на схеме прекрасно показано, на два бронха, а каждый из них еще на два и так далее. Это, кстати, называется дихотоническое деление, то есть все время на два. Трахеи и бронхи, они высланы слизистыми, разумеется, оболочками. Они покрыты еще мерцательными эпителиями. В трахеи, в бронхах воздух тоже продолжает что? Во-первых, увлажняться, и, во-вторых, согреваться дополнительно. Вот. И делится на маленькие-маленькие трубочки. Что из себя представляет легкие? Ну, во-первых, это парный орган. Как и почки, да, понятно, это парный орган. Он состоит из множества мембран, через которые кровь как раз обменивается с воздухом, кислородом и углекислым газом. Заболевания легких, способы диагностики лечения изучает наука пульмонологии. С пульмонологией тесно очень связана еще одна область медицины, которая называется торакальная хирургия. Она изучает вопросы оперативного лечения органов грудной клетки. Так вот, болезни легких, трахеи, бронхов – это самые труднопереносимые людьми. Почему? Потому что ощущение удушья, нехватка воздуха – это болезненные, мучительные ощущения, кашель изнуряющий, понятно. Голосовые связки, боль в горле, резь – это вообще страшное дело. Давайте немного посмотрим про газообмен в легких. Взрослый человек за день вдыхает примерно 12 кубометров воздуха. Помните, что в легких нет мышц, но они следуют за грудной клеткой, которая управляется чем? Мышцами, дыхательными мышцами и мышцами еще диафрагмами и межреберными мышцами. Да? Легкие следуют за грудной клеткой. Диафрагма – это перегородка. Она разделяет грудную и брюшную полости нашего организма. При сгибании и сокращении диафрагмы регулируется давление за счет разницы давления в воздухе, собственно говоря, вне и внутри. Но в дыхании принимают участие не только эти мышцы, а еще мышцы брюшного пресса, имейте это в виду. В дыхании принимают участие не только легкие, но и кожа еще. Но, конечно, это очень малый процент, безусловно, крошечный, однако тоже. Поэтому кожа должна быть чистая. Если высыпание, налеты, наросты, там папилломы, что угодно, ищите причину внутри. Кожа всего лишь отражает, и кто умеет читать эту книгу, как следы на почве, на снегу, у животных в лесу, на коже можно прочесть очень интересные вещи. Теперь важно понять, что такое жизненная емкость легких. Кстати, сразу скажу, что это объем максимального выдоха после предварительного, разумеется, максимального вдоха. Важно понять, что жизненная емкость легких, она не равна дыхательному объему. А что такое дыхательный объем? А это объем воздуха, вдыхаемого при обычном вдохе и выдыхаемого при обычном выдохе. Но ведь остается-то еще остаточный объем. Примерно он литру, правильно? Мы же вот, смотрите, выдыхаем, но это не значит, что там ничего нет. Ведь легкие, они же не сморщенные в гармошку. Для чего это важно знать? А вот те самые тренировки. Итак, жизненная емкость легких, она складывается
складывается из дыхательного объема, плюс резервного объема воздуха, плюс резервного объема вдоха и выдоха. У всех разное, безусловно. Например, у подростков среднего роста примерно 2700 до 3000 миллилитров, а у какого-нибудь спортсмена-гребца, тренированного, до 6000 миллилитров. Новорожденный человек, он совершает, ребенок, примерно 60 вдохов в минуту. А здоровый молодой должен совершать до 18, лучше 15-16. Дыхательный центр, ведь все подчинено абсолютному управлению нервной системой, нервной, гуморальной, то есть нервной и эндокринной. Мы говорим сейчас, что дыхательный центр, он находится где? В продолговатом мозге. Дело в том, что поэтому примерно каждые 4 секунды именно к мышцам идут импульсы, и ритм, размах движения, он контролируется автоматически из центра вот этого как раз. И происходит вдох как раз за счет подъема грудной клетки, опускания диафрагмы, вдох. Купол диафрагмы спускается, ребра поднимаются. И при выдохе напротив. Грудная клетка, понятно, опускается, но поднимается купол диафрагмы. Ведь вдох он идет активно, а выдох он идет пассивно. И вот тогда грудная клетка опускается, но поднимается купол диафрагмы, так как давят внутренние органы. Естественно, кстати, происходит массаж внутренних органов при дыхании. Да, поэтому движение жизненно необходимо, что даже еще лимфатическая система, у нее нет своего сердца, как у кровеносной системы. Она работает по другому принципу, за счет сокращения мышц, в том числе мышц нашей мускулатуры. Поэтому, кто сидит долго, ноги не работают, это очень плохо. Застой лимфы и застой крови, ухудшенный ток, застойная лимфа – это всегда очаги инфекции. Ну и, конечно, токсины не выходят, а инфекция всегда есть, просто она берет верх над организмом, когда идет застой. Так вот, но при глубоком выдохе включаются в работу специальные мышцы выдоха, внутренние межреберные и мышцы брюшного пресса. Так вот, частота и глубина дыхания зависит от окислительных процессов в клетках, в тканях. Ну, понятно, что мы бежим, частота увеличивается, глубина вдоха увеличивается, кислорода, потому что не хватает, нам нужно больше, и поэтому это регулируется автоматически за счет как раз окислительных процессов и датчиков, так сказать, рецепторов. Высший нервный центр, понятно, это изменение ритма дыхания, глубины, он отвечает за это. Конечно, зависит от воли и от стрессов, и от нагрузок, безусловно. Кстати, вот есть тренировка, это пение, как вот пели русские народные песни, на выдох, на глубину, когда мы тянем звук. Изумительная тренировка. Кстати, она аналогична как раз упражнениям на аппарате Фролова, когда идет выдох определенный, плавный, но долгий, да? Но задержка дыхания может быть непроизвольной. Например, от резкого обливания водой. Может такое быть? Может. Давайте посмотрим вот эту картинку. В принципе, здесь смотрите, что показано. Вот разветвляются бронхи. Бронхи, вот альвеолы. Видите, синяя – это венозная кровь, красная, насыщенная же кислородом, пошла, то есть из альвеол, вот таким вот образом, кислород, видите, поступил на, куда, на эритроцит, на гемоглобин. А другие эритроциты уже переносят гемоглобин и отдают, опять-таки, через мембраны вот этих альвеол углекислый газ. И идет процесс выдоха, и углекислый газ через, опять-таки, те же дыхательные пути выносится, выдыхается через нос, ну или через рот, кто как, конечно, надо через нос дышать, вот выносится уже в атмосферу. Вот так происходит этот процесс. Защитные рефлексы, чихание и кашель. Дело в том, что эти защитные рефлексы, естественно, необходимы, и они очень важны для понимания, что же организм нам этим самым хочет сказать. Так вот, они осуществляются чем? Нервной и гуморальной регуляцией, как всегда. Потому что, например, раздражение слизистой носа, пылью, там, запахами или вот инфекционные уже осложнения, да, это всегда поток импульсов, который идет в продолговатый мозг от рецептора. Затем сигнал идет от центра к мышцам на дыхание, дыхание останавливается, а голосовые связки смыкаются. А поток воздуха под давлением прорывается сквозь сомкнутые голосовые связки и направляется в носовую полость. И воздух выходит наружу со слизью, когда кашель. То же самое, но воздух уже при выдохе выносится через рот. Кашель вызывается раздражением слизистых плевры, гортани, бронхов и трахеи. Гуморальная регуляция дыхания. Дело в том, что при физической работе, бег, например, да, как я уже сказал, усиливается потребность в кислороде, так как образуется больше углекислого газа в результате обменных процессов. Ну, окислительные процессы усиливаются, ускоряются, поэтому так происходит. Так вот, кровь с высоким содержанием углекислого газа доходит до продолговатого мозга, и уже другие рецепторы, да, улавливают дефицит кислорода и избыток углекислого газа, и раздражаются, и возрастает возбудимость, человек начинает глубже дышать, то есть посылается уже сигнал, там уже идут сложные гуморальные гормональные реакции, опять-таки возбуждение центра, и происходит то же самое. Поэтому, кстати, происходит именно так первый вдох новорожденного ребенка. Каким воздухом мы дышим? Человек создан
жить в естественной среде, как живут все и жили когда-то люди, и живут все животные в природе. Но в городах воздух другой. И понятно, что твердые примеси, сажа, копоть, пыль и все остальное присутствуют. Это, конечно, плохо. Естественно. А плюс к тому газообразные яды, сероводород, угарный газ, всякие пары, кислот, фенолы, оксид углерода, все прочее, азота, диоксины. Это все очень тяжелые отравляющие яды. Ну, а диоксины вообще страшные, это просто онкогенные, естественно. Так вот, частички органических примесей есть? Конечно, да. Это уже никуда не деться, но опять-таки надо понимать, держать и жилье в чистоте, и места рабочие и так далее. То есть что это может быть? Споры грибов, вирусы, цисты бактерий, так сказать, вирусов, да? Это все ветром может переноситься на километры, ну там концентрация, сами понимаете, низкая очень. А если это где-то в помещениях закрытых? А если плесень, какой-нибудь аспергиллез, черная плесень, не дай бог. Вот этот смог городской, помните, раньше в Японии дышать нечем, были аппараты, которых люди подходили, денежку кидали и дышали кислородом. После этого правительство пыталось и сделало катализаторы там сгорания, транспортный режим отрегулировав. Но тем не менее, воздух все равно не идеальным остался. И в крупных городах он ужасный. В Лондоне, например, в 52-м году вообще был огромный смог и колоссальное количество, сразу всплеск заболеваний, особенно каких сердечно-сосудистых, конечно. А у нас в Москве подмосковные Ресенские торфяные болота горели, так сколько людей погибло от различных, так сказать, сердечных приступов. А почему? Кислорода не хватает, миокард, помните, да, плохо снабжается, а он и так у многих, у кого уже предрасположенности есть. Вот, кстати, про то и речь. Вот умер внезапно человек. Да он не внезапно умер, к этому уже шло давно. Организм, природа как бы говорила человеку многими своими показателями, что что-то не так. Да человек пренебрегал, тянул. Вот такова натура уж ужасная, ленивая, человеческая, большинство людей. И не внял голосу природы человека. Ну и вот, когда какой-то фактор добавился, в данном случае угарный газ в воздухе, прочие примеси, сероводород, нехватка кислорода, и просто многие погибли. Те, кто мог бы прожить еще какие-то годы. При дыхании мы можем заразить друг друга? Конечно, воздушно-капельным путем это правило гигиены. Но если человек болеет, он должен корректно относиться к другим и носить повязку. Поэтому, например, в той же Японии, как правило культуры, потому что это неотъемлемая безопасность части, это нормально, у нас же мы стыдимся. При разговоре даже на несколько метров может разноситься микрослюна со спорами вирусов, грибков. А если человек кашляет, не закрывая рот, ну это страшно. Я очень рекомендую таким людям все-таки соблюдать правила гигиены, в комнатах озонировать воздух. Если больные люди, ультрафиолетовые хотя бы, использовать стерилизаторы, которые пропускают воздух через трубу между кварцевой колбой и внешним корпусом, идет просто воздух маленьким микровентилятором, качается и, соответственно, воздух, проходя через определенное сечение зоны облучения, обеззараживается и выходит уже чистым в плане бактерицидов. Состав газов не меняется.